Доброе утро, дорогие друзья. Знаете, с чего я хотел бы начать сегодня? Сегодня я хотел бы попросить зажечь свечечку. Сегодня Йорцет одного великого человека, которого не все знают, но очень многие слышали его книгу. Это книга «Шамуш Тигудим». Книга, которую мы вообще тигилим, это вообще книга книг. Да? Но все величие каждого псалма, все мы знаем из книги «Шамуш Тигудим». Был такой Хай Гаон Бен Шарира. Это средневековый еврейский раввин 11 века. Он был главой Пумбедита, знаменитой академии. Его величайший труд «Шамуш Тигилим» – это манускрипт 11 века. И именно от него мы знаем теперь, в каких случаях профилактические, лечебные и вообще духовные все о стихах Тигилим. Величайшие раввины опирались на этот трактат. «Шамуш Тигилим» упоминался уже у Рашба в 413 году. И что сказать, учит великий Хай Бен Гайон Бен Шарира, что прочтение одного прочтения всей книги Тигилим «Шаббат» равно 1 750 000 часов прочтения Торы Тигилим в будние дни. Вот такой вот весь. Он ушел в иной мир в возрасте 99 лет, именно вот сегодня, 20-го Нисана. Кстати, похоронен он в Ираке, да. Поэтому, если можно, пусть заслуги цадика нас защитят и великой книги, а мы зажгем свечечку, кто успеет. Итак, сейчас очень многие люди переживают, там стреляют, там убивают. Это было во все времена в мире, но сейчас какое-то такое напряженное отношение в отношении Израиля очень. Знаете, в истории это уже было, я расскажу короткую майсу. Это было в 7 веке до Ноаша эры. Ассирийское царство, великое, огромное, оно возвысилось, укрепилось, оно было самое сильное в мире. Ну так, круче, чем сейчас Америка, да? И захватывая любую страну, они что делали? Уводили жителей в другое место, чтобы никто впоследствии не мог предъявить права на эти земли. И в Израиле существовало два царства в это время. Израильское, объединившее 10 колен, и иудейское, в которое вошли два колена, Иуда и Бениамина. Сначала ассирийский царь захватил часть израильского царства, отправил в изгнание колено Реувена, Гада и половину колена Менаше. Потом они захватили оставшиеся царя Гошея с четырьмя другими коленами, и потом уже завоевали колено Ефраима и Менаше. И вот так вот они уничтожили израильское царство и знали 10 колен, которые до сегодняшнего дня мы найти не можем. 2/3 народа исчезло. Можем себе представить, какое мрачное предчувствие охватило евреев иудейского царства. Ясно, что они живут в преддверии исторической трагедии. И Санхерив пришел завоевывать Иерусалим. Это было 185 000, написано. Он собрал самых отборных воинов, только чтобы подошел он. Ну, я укорачиваю наш рассказ. Подошел к городу Нов. И устроил себе смотровую площадку за наблюдением за Иерусалимом. Поднялся на высокую башню и сказал, это и есть Иерусалим. Ему сказали, да, да он, за него я собирал войска, завтра утром его не будет. Он был разочарован, сказал, маленький городочек, чего беспокоит такую великую армию. Между тем, в осажденном Иерусалиме Хизкиягу царь готовился к войне. Ну, он засыпал водные источники вне города, укрепил городские стены и так далее. У него были очень маленькие военные силы по сравнению с Санхеривом. За него стояли жители и так далее. Они были едины в этот раз. Это первый раз, когда они были, может быть, по-серьезному уедены. Он сказал, будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского. И что прошло? Он сказал самую важную вещь, царь, обратившись к народу. Он сказал, с ним мышца из плоти, а с нами Господь Бог наш, чтобы помочь нам сражаться. Санхерив не верил в духовные силы, смеялся и говорил, сегодня увидите все. И замахнулся своей рукой, написано на Иерусалим. Эта ночь принесла поражение Санхериву. Написано, в эту ночь вышел ангел Господа и поразил в стане ассирийском 185 000 человек. И встали поутру, и вот все мертвые тела. Иудейское царство выжило и просуществовало еще 125 лет. Санхерив, знаете историю Санхерива. Так будет с каждым врагом. И каждый раз, когда нас охватывает тревога, вспоминайте Санхерива. Ничего не надо было делать. 185 тысяч за одну ночь поразил ангел Бога. Когда мы едины, Бог с нами. Браха ва ацлаха.